украинской столице 9.00. В эфире утренний выпуск новостей и в ближайшие 10 минут о главных событиях к этому часу. Один украинский военный погиб, двое получили ранения на Донбассе за минувшие сутки, сообщает пресс-центр Объединенных сил. Российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, минометы и противотанковые ракетные комплексы. В частности, на Приморском направлении боевики вели огонь по Водяному, на Луганском сосредоточились на Крымском. С полуночи на передовой тихо. Одиночные пикеты в центре Москвы. Жители российской столицы вышли на улицу с плакатами «Крым – это Украина», выступая против российской аннексии полуострова. По словам одного из активистов, к нему неоднократно подходили силовики, проверяя документы. Также вели съемку сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Так называемый референдум под дулами российских автоматов состоялся 16 марта 2014 года, после чего Россия аннексировала Крым. Европейский Союз, США ввели экономические санкции против Москвы. 150 миллиардов долларов потеряла Россия за 5 лет аннексии Крыма. Об этом сообщили аналитики Bloomberg Economics. Причина – санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза, а также падение цен на нефть и вкладывание денег в строительство Керченского моста и других незаконных построек на аннексированном полуострове. Из-за этого экономика России уменьшилась на 10%. Аналитики Bloomberg сообщили, санкции в ближайшее время не отменят, поэтому ситуация будет только ухудшаться. Хранилище нефтепродуктов горит в американском штате Техас. Огонь распространился уже на несколько резервуаров. Погасить его пока не удается. На месте работают десятки пожарных и спасатели. Об этом сообщили местные власти. Жителям рекомендуют не выходить на улицу. Правоохранители начали расследование инцидента. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Оказать медицинскую помощь в экстремальной ситуации. В киевской больнице скорой помощи провели учения для врачей. Курсы организовала общественная организация. С 2015-го их прошли около 500 военных и гражданских медиков. По легенде, люди пострадали в результате теракта. Учения были максимально приближены к реальным событиям. Как справились врачи, видела Ольга Волынец. Приемное отделение больницы заносят пострадавших. Шестой стол свободный, забрали и стабилизируем. Действовать нужно максимально быстро. От этого зависит жизнь человека. Она без сознания, девочка. Не реагирует. По легенде учения, на киевском рынке произошел теракт. Пострадавших много. По-перше, лікар повинен бути готовий до того, що врач должен быть готов предоставить помощь, потому что не все врачи психологически могут подойти к пациенту, у которого, к примеру, оторвана нога. На курсах поддержка жизни во время травмы медиков учат работать в экстремальных условиях. Они должны уметь организовывать себя и свои знания, уметь идентифицировать пациентов, то есть сортировать, кому в первую очередь предоставлять помощь, а кто может немного подождать. В учениях участвуют 24 врача, военные и гражданские. У всех разные специальности, но здесь это второстепенные. Их задача під час цього курсу... Их задача во время этого курса – научиться максимально единственным алгоритмам оказания помощи, унифицировать свой подход и выходить за рамки своих специальностей, чтобы предоставить максимально эффективную помощь пострадавшим. Давление 110 на 70, ситуация 96, курс 110. Что дальше делать? Я проводил огляд хирургический. Я проводил хирургический осмотр, смотрел, нет ли сильных кровотечений, дышит ли пациентка, нет ли еще травм. Эти курсы мне помогли быстро реагировать и предоставлять первую помощь. За действиями врачей следят инструкторы. Они говорят, как меняется состояние пострадавшего и следят за работой. Она поступила с проникающим поранением грудной клетки. Пациентка поступила с проникающим ранением грудной клетки, живота, бедра, переломом костей. Бригада провела осмотр, справилась идеально. Все условия максимально приближенные к реальным. В роли раненых загримированные актеры и студенты медицинских учебных заведений. Осколки в грудях. У меня осколки в груди. Врачи делали искусственное дыхание, потом провели компьютерную томографию, рентген. Достаточно реалистично, да?
максимально приближенно к реальности. Все, что здесь происходит. Девочки, мальчики молодцы, хорошо играли. Учения проводятся в рамках реформы экстренной медицинской помощи. Такие курсы, я надеюсь, будут все больше и больше проходить в Украине, чтобы врачи могли повысить квалификацию, чтобы мы могли вылечить пациентов, спасти их жизни. Это и есть наша цель. Курс «Поддержка жизни во время травмы» за 4 года прошли 150 военных и больше 300 гражданских врачей. Ольга Волынец, Вячеслав Смирнов, ЮАТВ. 12 часов беспрерывного чтения «Кобзаря» Тараса Шевченка шрифтом Брайля. Во Львове установили рекорд Украины. Свыше 30 незрячих людей читали стихи украинского поэта. Как это было, смотрите далее. Такого еще не творилось в нас. На Украине. «Москалева Криница» – одно из любимых стихотворений Тараса. Он потерял зрение в 13. После этого научился читать шрифтом Брайля, ведь очень любит книги. Это была мука, звичайно. Это была мука, конечно. Когда-то меня брали на огород, чтобы я помогал. А после того, как я потерял зрение, то выводили меня, чтобы я проветрился. И я думал, что буду сидеть и читать книги. Так и научился на том ветру. Он мне листал страницы, а я читал пальцами. Это была тяжелая наука. Читать шрифтом Брайля учит детей Надежда. Она учитель в специализированной школе. Со своими учениками часто читает стихи Тараса Шевченко. Я очень люблю Шевченко. Я очень люблю Шевченко. У меня мама и папа работали учителями и привили нам любовь к книге. Мы с сестрой пошли по их стопам. Мама нам всегда в детстве читала сказки. А потом, когда я потеряла зрение, то уже сама училась читать. Намного лучше чувствовать книгу руками, чем слушать. 35 незрячих приняли участие в марафоне чтения стихов Тараса Шевченко шрифтом Брайля. Его посвятили 3 юбилейным датам. 80-летию Львовской организации Украинского общества слепых, 210-летию со дня рождения Луи Брайля и 205-му дню рождения Кобзаря. Когда ты читаешь. Когда ты читаешь и когда ты ее слушаешь, это разные вещи. Когда читаешь, ты пропускаешь ее через себя. Обычные люди читают глазами, а слепые читают пальцами. Никакая аудиокнига не заменит чтение. За 12 часов участники успели прочитать 7 из 8 изданий Кобзаря шрифтом Брайля. 4, 3, 2, 1. Такой рекорд в Украине. Такой рекорд в Украине уникальный. Правило было одно, чтобы проводились непрерывные чтения. Мы могли делать технические перерывы 5 минут на каждый час, но участники от них отказались. То есть это реально 12 часов чтения. Представители реестра рекордов Украины сравнят львовское достижение с подобными акциями, которые проводили в других странах. Возможно, рекорд, установленный во Львове, станет мировым. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, ЮАТВ. И место надежды. В Израиле работает ферма для животных с инвалидностью. Ее основали две подруги, бывший исполнительный директор крупной компании «Адид» и «Мейталь», которая работала в сфере высоких технологий. Как живут питомцы на ферме «Свободы»? Смотрите в сюжете. На ферме Freedom Farm живут 240 животных. Каждого из них Адид и Мейталь знают по именам. Это Мири, трехногий осел. Гэри – овечка с протезами на ногах. Малыш Амер – он ничего не видит. Большинство питомцев спаслись из скотобоин. Некоторых привезли фермеры, решившие пощадить животных. Мы уверены, что у большинства людей действует принцип «с глаз долой, из сердца вон». И если мы хотим, чтобы люди открыли свои сердца этим животным, нужно показать их ближе. Не так, как многие уже привыкли их видеть на полках в магазинах, а как живых существ – чувствами и эмоциями. В распоряжении животных 2 гектара зеленых пастбищ. Живут они в чистых загонах. Их здесь лечат и устанавливают протезы. Сюда даже приглашают музыкантов, которые поют им песни. Freedom Farm не только дом для животных, но и образовательный центр. Частые гости здесь – дети с инвалидностью. Когда ребенок видит животное с ограниченными возможностями, слепое, с протезом или прикованное к креслу каталки, он понимает, что не один на этой планете и ничем не хуже остальных ребят. Когда ребенок приходит сюда и видит их, то говорит: «Эй, я как Герри. У Герри есть протезы для ног, и у меня они есть». Это заставляет понять, что каждая жизнь особенная.
Причина, по которой я пришла сюда, моя любовь к животным. К тому же я беспокоюсь о будущем человечества. Это место похоже на место надежды. Ежегодно содержание фермы обходится в почти $1 000 000. Собирать деньги помогают неравнодушные со всего мира. Инна Косинская, UATV. Это пока что все. Актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск менее чем через 2 часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи.